В рамках рабочей поездки в Димитровград Сергей Морозов посетил несколько предприятий участников регионального форума местных производителей, сделанного в Ульяновской области. Форум стал большим помощником в продвижении продукции ульяновских предпринимателей. Предположительная сумма контрактов, заключенных на площадке, составила более 3 миллионов рублей. Сделано в Ульяновске – это та площадка, которая помогает нам вывести предприятие, скажем так, из первичного этапа продаж своей продукции и дальше повести его по системе информационных мер продвижения. Фабрика «Рамус» занимается производством плетеной экологичной мебели. Вся продукция, которая к тому же не имеет аналогов в России, изготавливается из фирменного волокна или эко-ротанга. Его технологию изготовили сами сотрудники фабрики. Главное отличие от искусственного ротанга то, что волокно изготавливается исключительно из первичного сырья. Наша фабрика изготавливает мебель, предназначенную для эксплуатации на улице. Это особая мебель, которая не боится температур, перемены температур, влаги, снега и всех стихийных бедствий, которые происходят как бы в России. А вот среди продукции другой димитровградской мебельной фабрики «Аврора» уже более привычные для горожан вещи. Столы, стулья, кровати, обеденные группы. За прошедший год мы выросли где-то на 40%. То есть вы чувствуете поддержку? Конечно, постоянно чувствуем. То есть я считаю, что главное быть в контакте, главное сохранить позитив, уверенность, быть настроен на рост, и тебя, конечно, увидят и поддержат. Фабрики получили поддержку регионального фонда развития промышленности. Средства были направлены на модернизацию действующего производства. Дарья Сударева, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.